Маленькая скольчанка Даша Афанасьева срочно нуждается в помощи. У малышки рак тазовой кости. Жизненно необходимое лечение девочка получает в Москве бесплатно. Однако для ее матери, которая в одиночку воспитывает троих детей и не может работать из-за тяжелой болезни младшей дочери, даже стоимость дороги до Москвы и обратно огромная сумма. Не говоря уже о средствах на проживание в столице. Отец детей участия в их жизни не принимает. Сама Юля сирота. Живет семья в откровенно бедных условиях. Двухкомнатной малосемейке, которая досталась ей от родителей. Помимо всех бед, у Юли скопились огромные долги за коммунальные услуги. В ближайшие дни маме с дочкой вновь предстоит ехать в Москву на химиотерапию. Им придется снимать жилье, так как в больнице мест на всех не хватает. Просьба откликнуться всех неравнодушных староскольцев и помочь семье Афанасьевых собрать деньги на элементарные нужды – проезд, проживание и питание. Средства перечислять на социальную карту Сбербанка номер 6390-0207-9003-45-21-06 и на карту Сбербанка номер 4276-0720-1760-1552. Телефон Юлии Афанасьевой для помощи лично в руки 8-951-768-55-70.